Давай, давай. Ребята, всем привет. Сегодня у нас 18-е. О, летит, летит. Я думаю, он нас увидел. Короче, ребята, 18 число, хоть утка подлетела. Вчера я ездил в разведку целый день, по полям гонял и только 3 стайки видел за целый день гусей. Короче, гусь, как обычно, нас облетел. Ой, опять придется куда-то ехать за этим гусем, потому что у нас пролета нет. Мы... Не то, что у нас пролет, а у нас пролет каждый день, каждый год звучал. Не, ну что, мы же ездим, то стреляем. Просто тут что нету. Во вторник нормально отохотились. Вот пока Димончик лодку загонял, я 2 селезня добыл, покажи. Сегодня на болоте сидим. Ну, не было, на поле нигде не нашли гусей. Да, серого селезня и крякового. Ну, темно еще так было, даже камеру еще не включал. Ждем гуся. Ждем гуся, ну, навряд ли, конечно. Ну, шансы есть, гусиные чучела-то повыставляли. Будем ждать. Ну, я думаю, хоть, может, по селезням постреляем, тем более, как бы, утка летает. Даль далекая. Так, 3 сукунка надо, свиязя. Гуляя. Гоголя навряд ли получится. Навряд ли тут будет гоголь. Мыма. Бый, 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 ну, что ты, бляха, я сейчас все патроны расстреляю. Я жду, когда патроны кончатся, а я... Синхронизация. Блин, надо идти его ловить, потому что уйдет. А вот ты свиясь, красавец, свиясь. Трескуночек теперь в списке желаемых трофеев. Большая утиная семерка. Да. Большая утина, селезневая. О-о-о, давай. Пойду попробую добрать.
А, вон он. На, в одной травинке решил спрятаться. Это шварка, вот, недалеко вроде. А, обидел тебя, что ли? Засранец, так летел хорошо. Плыви сюда, ё-моё. Попозже. О! Связи, что ли? Связики? О! Заходит. Да. Еще и добивать надо. Наверное, дойдет. Дошел? Как так? Я думал, два сейчас собью. Или три. Только с третьего. Там два селезня было и уточка. Я видел. Что он там? Видишь его? Да, да, да. Понял, как надо? Надо было мне патронов потратить, ты его сбил. Дорогие патроны, приходится гоняться за подранкой. Отличное. Великолепие. Ну и поспать. Я подлетел сел, мы же сели вдвоем. Два дебила. Красавчик. Что-то разлетались со всех сторон. Ну, то не летают, не летают, а потом сразу. Ну, а сегодня нету. Подожди. Блин, я думал, ты его сбил. Я тоже думал, что я его сбил. Димон сбил наконец-то. Так красиво. Это профессионально, я понимаю, подход. Профессионально.
Один выстрел, один свиясь. Красавец свиясь. Далеко, наверное. Пойду добью. Наконец-то догнал. Фух, такой серенький селезень. Да. Да и так мы нормально, на. Я тебе скажу. Селезней. Одиннадцать всяких разных селезней. Кряква, свиясь, серая утка и чурок трескунок. Еще по гоголю стрелял, не попал так далековато. Что еще не попало к нам сегодня? Чирок, свистунок, широконоска, ну и гусь, конечно. Уже плыли когда назад, вот наманил, может, ну как наманил, летел прямо на нас, я его чуть-чуть позвал, духовой манок, он сразу отреагировал. Стояли, я думаю. Да, чуть-чуть не достояли, но уже перестала и утка летать, и гусь не летал, две стаи вот протянуло. По полукругу сделали над нами и все. Там у нас такая копна посреди воды. Все-таки когда немножко островок, да трава, скрадок не так выделяется, а так получается на воде стоит копна. И гусю не очень нравится. Да и утки не особо. Сегодня много, ну вот манишь селезня, он не подлетает, там на 50 метров подлетает, садится, а дальше не хочет. Ну нормально постреляли. Неплохо поохотились. Открылись, можно сказать, по селезню. Хотя уже мы открылись по селезню. Но это такая уже нормальная охота, настоящая. По селезню получилось. Что, сейчас поскубем, да поедем. А, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угоде. К Димончику тоже подписывайтесь на канал.